Доброго утра всем! Я сегодня на завтрак кушала вот такие вот мюсли с орехом и яблоком. Такие же есть у нас пятерочки еще с шоколадом и с бананом. В общем, в принципе, вот эти вот не такие сладкие, мне они понравились больше. Афонины остатки завтрака, соус клубничный или малиновый, я уж не помню. И кашу он чуть-чуть не доел, Антохин завтрак. Перед школой обязательно, да? И Гришин завтрак. Антон Сергеевич! Антоха в школу. Провожаю его на автобус. Что, мы ждем Дашу? Возле трансформатора. Где он, этот трансформатор? Ждем автобус. Да. Дашка уже дома. Да, сынок? Со школы. Как у тебя прошел четвертый день? Вообще-то пятый. Завтра пятый. Сегодня же четверг. А когда я пошел в школу? В понедельник. А что, ты в кепке пойдешь? А что, ты сегодня пойдешь пешком? А, ну давай. Да? Со школы, да? Не забудь кепку снять, когда будете... Надо на колышке, так что папа, если просверлил, он там, знаешь... Ага, то падает, когда ветер, да? Ну да. Они у нас такие легкие. Просто они пустые же. Угу. Так, ну что, поехали. Не забудь кепку снять, когда будете фотографироваться, ладно? Кто сказал, что надо ее снять? Это, мам, это будет это, как его, пасхалка на каратеке у Кушенка. Да? Да, намек на то, что... Все, поехали. Поехали. Ну что, они у тебя, все. Гудбай. Гудбай. Goodbye. Мы с Антохой наконец-то сели пообедать. У нас пюрешка с котлеткой. Котлета — это утиное мясо, обрезанное и перекрученное на мясорубку. В общем, такие домашние утиные котлетки. Антоха домашний. И сделала еще салат. Огурчики, редиска с подсолнечным маслом, с укропом. Да? Но Антоха салат не будет. Ты не хочешь? И у нас тут впереди ремонт дороги, я уже еду за Гришкой. На мосту, я, помните, показывала, там что-то делали, не доделали. Теперь вот бетон уже заливают. Миксер. Гришка-то даже не ожидает, что я его заберу. Да? Ты даже не ждал, что я тебя заберу? Или ждал? Или ждал? Я не ждал. Или ты хотел пойти домой пешком? Не, я думал, что ты пойдешь это... В люкс? Возле Дома культуры. А мы сейчас куда? Мы сейчас в магазин заедем. За этими, как шиколят. За лентой. А я сейчас буду готовить яблочный пирог. Знаете, было такое грустное яблоко, порезанное. Еще вчера дети что-то так просили и... не ели его, так что я его засыпала сахаром и корицей. Сейчас замешаю и заверну всю вот эту вот начинку в слоеное тесто. Оно как раз в холодильнике у меня есть. И все отлично, будет вот такой вот яблочный штрудель. А еще хотела показать красивую вот такую вот закладочку. Ее сегодня Антошке подарили в школе. Да, сынок? Да, сегодня. Сегодня или это вчера было? Вчера.
А, это вчера было? Это вчера тебе по-моему, сегодня ты ее принес. Что он со вчерашнего дня тут лежит? Я вчера с ней принес, просто она была в книжке. А, это закладку подарил детский садик, да? Мам, мне же... я думала, уже на автобус надо. Ты думала, уже проснулся на автобус? А скажи, на танцах говорили, что сегодня танцы? Не... На первый урок ничего вообще не говорили. Ну, просто сказали, что сегодня были танцы, но ты спал, я не стала тебя будить. В субботу теперь пойдем. Ну, понятно. Ну, там многих не было, многие не знали, я даже не знаю, как так с расписанием произошло, что как-то так странно. Да? Да, сразу так. Угу. Так, теперь с Антохой едем его брюки подшивать, потому что в Александрии не было на его рост. Одни, в общем, покупили на его рост брюки, да, другие длинные. Сейчас мы их подошьем. Хотела вам напоследок показать вот такую вот красоту. Только что ее делала. Вот когда мне звонят люди, которые меня всегда выручают, я готова для них на завтра уже готовить пряники. В общем, вот такие вот получились. Мне хотелось Париж, Париж. Прислали мне текст, вот именно вот этот вот. И я прям поняла, что хочу сделать вот такой вот старинный лавандовый Париж. Вот как-то вот так вот. И еще коробочка будет, такая пряничная открытка на присягу. Надпись «Легкой службы». Я счастлива. Хотела быть в Париже. Вот, Париж пришел ко мне.